Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Парад, посвященный 73-й годовщине победы над фашистской Германией, открывает рота барабанщиков. Перед трибуной чеканя шаг идут морские пехотинцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Во главе строя начальник штаба батальона морской пехоты капитан Сергей Кузьминчук. Свою историю бригада ведет с 1967 года. За это время морские пехотинцы неоднократно выполняли боевые задачи в различных регионах мира. Там, где мы, там победа!